Друзья, всех приветствую. Только что закончился номерной турнир UFC 258, главный бой вечера. Чемпионский поединок Камару Усмана против Гилберта Бёрнса. Это обзор на этот поединок. Погнали! В общем, первый раунд начался с разведки, да, но в какой-то момент Бёрнс смог перехватить инициативу, даже смог потрясти Камару Усмана, да, но не смог его добить. В общем, лично я считаю, что первый раунд уходит на сторону Гилберта Бёрнса, несмотря на то, что Камару Усман, да, отбивал ему ноги, все-таки более значимые попадания были со стороны Бёрнса. Переходим ко второму раунду, вот здесь картинка немножко изменилась. Камару Усман смог потрясти Гилберта Бёрнса, он начал перехватывать инициативу, да, в какой-то момент уже казалось, что все закончится для Бёрнса, но он смог выжить, и тем самым поединок перешел в третий раунд. Естественно, в третьем раунде мы увидели с вами развязку, это нокаут, сумасшедшее добивание со стороны Камару Усмана, смог он закончить то, что он начал во втором раунде, и тем самым добыл досрочную победу в этом поединке, и остается неоспоримым чемпионом UFC в полусредней весовой категории. В общем, да, друзья, действительно, поединок получился максимально крутой, напишите в комментарии, как вам этот бой. В принципе, я давал некоторые шансы Гилберту Бёрнсу, но, как показал Камару Усман, нет бойцов, которые готовы с ним конкурировать. В общем, да, ребята, это был краткий обзор на турнир UFC 258, а именно на поединок, на главный бой вечера Камару Усман против Гилберта Бёрнса. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, также прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Да, кстати, на следующей неделе обязательно ждите, я подготовлю пару-тройку хороших разборов на турнир UFC Fight Night. Всем пока и хорошего дня!